Итак, бойцы третьего боя нашего вечера. Боец в синем углу, чемпион Дагестана по тайскому боксу, чемпион России по миксфайту, 23 года, рост 173 сантиметра, вес 61,2, рекорд ММА, 7 боев, 6 побед и лишь одно поражение, представляющий бойцовский клуб «Дагестан Файтер» из Дагестана, Мурат Зайнулабитов. Боец в красном углу, чемпион России по тэквондо, обладатель Кубка России по кикбоксингу, чемпион Юга России по грэпплингу. 18 лет, рост 177 сантиметров, вес 61,2, рекорд ММА, один бой, одна победа. Из бойцовского клуба «Беркут», Чеченская Республика, Ибрагим Мажиев. Внимательно слушаем все команды. После команды стоп не работаем. Локти в голову не работают. Внимательно. Ключицу не работаем локтями. Колени в голову только в стойке. Удачи обоим по углам. Поддержим бойцов бурными аплодисментами, друзья. Thank you.
В этом бою на 4:11 первого раунда удушающим приемом победу одержал боец в синем углу Мурат Зайнулабидов.